Я думаю, что социальный взрыв в Молдове, он маловероятен на этом этапе, потому что, повторяю, миллион самого активной части населения находится за рубежами. Они не очень верят молдавским политикам, поэтому на какие-то призывы идти за, идти против, они сегодня не готовы. Потому что так или иначе наше население выживает. Слава Богу, они посылают в страну, как мы с вами знаем, почти 3 миллиарда американских долларов. Это очень большие деньги. С другой стороны, повторяю, сам факт раскола левых сил, это тоже настораживает. Это тоже такой деструктивный фактор, который работает против избирателей, который мог бы каким-то образом солидаризироваться, работать на объединение, сплотиться и так далее. То есть избиратель левых сил, избиратель, который может провести какой-то социальный взрыв, значит, этот избиратель сегодня занят выживанием. Конечно, надо сказать ясно, что если какие-то условия радикально изменятся к осени, например, в результате вот подписания этого договора об ассоциации, тогда взрыв может быть, он вероятен. Конечно, взрывы могут организовать и какие-то внешние силы, и какие-то геополитические актеры, как мы видим на этом этапе, мы видим, что они способны и на примере Украины, и на примере других стран. То есть взрыв определенный абсолютно от нынешних условий, он маловероятен, но какой-то искусственный или связанный именно с политикой, с выборами и так далее, он может произойти. Честно говоря, я не верю в результативность этого социального взрыва, именно еще потому, что, повторяю, если эти революции или эти перевороты происходят по воле большинства, какого-то, ясно, что это воля большинства. Есть такие страны, есть такие примеры. Сегодня пример Украины показывает, что эта нынешняя власть все-таки, наверное, не представляет большинство. Хотя там на юге, наверное, тоже не представляет большинство. То есть это хаос, это дезорганизация государства, это грабеж государства. Я бы, конечно, не хотел, чтобы Молдова была втянута именно в эти распри. Распри или противостояние должно быть все-таки мирным. Противостояние должно быть и таким образом, чтобы позволить политическим силам высказать свою точку зрения, объяснить избирателю. Конечно, было бы идеально провести референдум сейчас по вектору внешней политики, хотя это не удастся, потому что каждая левая партия проводит эту идею, значит, как свою. Хотя мы все знаем, что собирали подписи одни партии, сегодня это все вроде воспринимают и коммунисты, и социалисты, и другие, но каждый хочет со своим референдумом. Вместо того, чтобы объединиться за круглым столом, вывести людей на улицу, на протесты именно сплоченно. Это должны быть не беспорядки, это должны быть и очень ясные протесты, мирные. Мы за 23-24 года независимости должны научиться уже этой политической культуре выходить протестовать мирно, без того, чтобы разрушать, грабить и заниматься вандализмом.